Всем привет, дорогие друзья! С вами Залиэл, и мы с вами продолжаем играть в Fallout 4, да, ребята. Так, как вы поняли, мы остановились на том, что нашли, так сказать, фанатиков, вот, и сейчас мы должны пройти, конечно, через них, и там будет, конечно, компьютер. Говорят, что там очень-очень сложная какая-то защита, не знаю, сейчас посмотрим. Самое прикольное то, что у них оружие здесь вообще охренительное. Посмотрите, черт возьми, у меня вообще ничего нет. Мы с Ником, я не знаю, мы просто голодранцы. Куда мы вообще полезли в эту жопу? Это хрен просышь. Неподготовленные, ни хрена. У нас оружие... Черт возьми, какое у меня оружие? У меня вообще оружия нет или... А, у меня пистолет, охренительно! Самый первый практически пистолет, который... Когда в прошлый раз кто-то из детей попытался узнать секреты базы, он разбудил ее стражей. Сестра моя, я так понимаю, у вас тут какие-то вписочки... наклевываются или что? Это что такое? Окей. Ладно. Не бойся, сестра, Атом защитит меня. Мне кажется, что погибшие братья тоже так думали. Но если вы хотите предпочесть свою судьбу Атому, я вас останавливать не буду, да защитит вас Атом. О, господи, да что тут происходит? Вы больные люди. Это пиздец. Одним словом. Ладно, защитит нас вера детей Атома в Атом сам. Я, знаете, ребят, наконец-то протер экран, короче, влажными салфетками. Сейчас покажу, где они, вот они. Называется... Зайчик мой, вот. Протер, наконец-то, за целый год экран. Это капец, он такой стал чистый. Офигеть, просто вот знаете, я офигеваю. Так, ладно, ну... Лайк, у кого засранный экран. И кому впадло просто его протирать. Так, крышка молота, вколо. Так, ну... Я смотрю, тут вы, конечно, повеселились, хорошо. Защитят тебя руки. Написано. Используй их. Так. Что это за залупа-то такая, а? Так. Раз. Два. Ник, ты тоже умненький такой, оказывается. Ой. А-а-а! Сука, так, понятно. Сейчас переигровка идет. Так. Главное не зацепить ни один лазер. Может, Ник вообще задел? Ты тихо там. Нет, это я задел, конечно же. Охренеть, что за защита крысиная, блин? Так. Фу! Ник, я, по-моему, что-то нажал. Нет? Ой, бля! Все в порядке? Да, все в порядочке. О, мистер Храбрец! Только не это! Так, охерен. Он просто охерен. Меня мочит. У меня для этого, слава богу, есть... Почему импульсная граната на него не действует? Так, сохраняемся. Ник, господи, мы в полной жопе! Мы с пистолетами против армии просто! Это что за...
сектор зачищен. Блин, чё ж у меня есть? Погоди, погоди, Ник, не ссы, молотов кола у меня есть. Сейчас мы эту крысу крысанем. Ах, конечно. Черт, я никого не вижу. Пулеметная турель, Ник! Есть, готово! У меня так скоро... Ну, короче, у него что-то там скоро инфаркт случится, наверное. Кто это тут говорит? Плюшевый мишка? Так, кровать есть. Нормально, нормально. Кровати у них есть. Это самое главное. Так! Тихо. Терминал для объявлений. Давайте почитаем. Внимание, внимание! Приказ капитана Убеша. Обнаружена утечка радиации, объявлена всеобщая эвакуация. Всем членам команды прибыть значение... Внимание, внимание, внимание. Ну-ка. А, нет, нет. Это не надо. Что у вас тут есть? Чем поживиться-то? А, смотрите, ни хрена не сохранились-то. Так, у меня 100% есть теперь боеприпасы. Хоть какие-нибудь, да? Лазерный зажигательный пистолет, например. Да-да, это баг остался от этого. Музыка, знаете, такая, а-ла-ла, типа помолимся, помолимся, блин. Обнаружен, начинаю поиски. Не надо поиски, мой дорогой братишечка. Ах ты, сукин ты. Держи подачу. Папуас. Готов. Похоже, берег чист. Слушайте, а пупенная штука. Так, что у тебя там? Right there. Сука. В голову могу. Ой. Давай, Ник, пристрели его! Пока, приятель! Давай, Ник, Ник, давай, кто кого? Ник! Молодец, Ник. Кажется, это был последний. Так, кажется. Когда кажется, сами знаете, что надо. Так, пока туда не пойдем. Терминал для объявлений следующий. И тут то же самое. То есть, видите, тут что-то случилось вообще нехорошее. Очень нехороший. Так. Ой, F. Вот так вот зажимаем, да. Ковшик с крышечкой, кастрюлька. Так. А, клево, тут еда есть. Еще осталось, не протухло. Привет. Что же ты от нас скрываешь? Всякая ерунда. Ник, ни хрена себе, ты так не делал раньше, ты не смотрел на всякое вот это вот дерьмо. Радио. Серьезно, это типа туалетка. Вот эта газетка, это туалетка. О, мне почитать надо. Ну, ладно. Вы серьезно, ребят? То есть тут такие технологии, а вы потираетесь газетой? Как-то это немножечко странно. Так. Опа! Осколочная граната мне пригодится, это 100%. Так, а тут больше ничего нет? Типа, знаете, осколочных всяких гранат? Вроде ничего нет. Так, сраное убежище. Видите, даже тут тревога до сих пор включена. Типа пип, пип, пип. Опа. Штурматрон. Тихо. Нет. Уже патронов нам столько не хватит.
Так, понятно. Ах ты, сукин сын, блядский, а! И слабо меня зацепили. Блядь, сука, меня в анал прям пускает свои крестины. Сука! Да. Так, понятно. Надо что-то подумать. Блять. Вот теперь у нас проблемы. О, все. Так. Хорошо, у нас гранатки есть, Ник. Убить, убить. Хуй тебе. Ник, держись! Только ты один меня спасаешь! Есть. Вставай, вставай, Ник. Мини, воен, да все, забираем, господи. Ага, вон она. Так. Готово, Ник. А я только начал думать, что-то там. Кто-то приближается. Вон там! Не что вы, негодяй. Там какая-то пулеметная турель была. Так, мы нашли этот главный, так сказать, ход. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, зачем же я туда пошел-то? Смогу ли я вернуться? Вот это еще тоже вопрос такой. Знаете, там бывают такие уровни, которые вот, ну, выходишь и все, сразу. Там, допустим, падаешь или... А, вот как. То есть мы не могли пройти именно напрямик, потому что там была цепь. Просто охрененно. Так, внимание, внимание, управление дверью. Открыть дверь. Все. Так. Чудо-клей, тут что-то ничего нету. Так. Опа, боеприпасики-то есть, погодите. Ага. Опа, получить доступ к излечивающим. У нас тут ситуация. А-а-а! Блять! Я чуть не обосрался. Ну, в принципе, я обосрался, как бы. Сука. Погоди секундочку, мой маленький малышек. Ой, блядь, как он меня сверлит-то нахуй! Сектор незащищенный. Так! Чем его валить-то, папуасы? Так, предметы, что у нас есть? Блять, у нас и ни хрена и нет. Так. Пизду. Так, все, сейчас мы его завалим, обещаю, папуасы. Все, сука, съел грязный. Блять, тут очень сильная радиация. Чё, съебал крыса.
Дай сюда! Наконец-то хоть какое-то оружие у нас будет сильное! Отлично. Хоть мы теперь кому-нибудь точно вставим. По гланды, а может, может и в другое место, не знаю еще. Так, а нам уже предлагают сесть сюда, ну давай. Давай такую штуку одеваем. Охренеть. Так, только одни воспоминания почему-то. И следующее воспоминание 0%. Что это за типа вирусы? Если вы это слышите, то верните мою память обратно, он говорит. И... А... А, направить ретроцент декодера. Look around. Do you see that yellow column in the distance? That's long-term memory storage. Так, как он сделает? Так? Да, я вижу это. Строительный блок компьютерных программ. Так, и что, я могу перейти на другой уровень-то? Мне не нравятся эти шарики так-то. Так, а, я даже сохраниться не могу, прикиньте. Ух ты, я могу их ставить все равно, черт. Good. Now you just need to create a path to the data with code blocks, and your indexers can get to work. Так. О, смотрите. Интересно. Ой, папуасики, как же тут оказывается все легко, а? Это я мудель вообще полный. Вот, а оказывается надо всего лишь вот этих вот букашечек перевести вот на эту сторону. Офигеть. Так. Давайте этот защитный конструкт поставим сюда вот. Чтобы они не атаковали наших червей грязных. Так. Теперь смотрим. Так вот делаем. Так вот. Я и думаю, чё это за маленькие червячки, блин? Ну... Переходите. Папуасики, а? Идут, идут, идут. Так вы маленькие, братки. Все, готово. Так. Тут вроде никого нет. Ну, конечно, надо построить мостик. Ого, они стреляют аж туда? Офигеть. Все, прошу, грязные маленькие черви.
Но я сначала и не понял, что такое, что тут от нас требуется. Теперь понятно. Так. Эй, куда ты назад-то пошел? You'll need to deploy defense constructs against the system. Шарики, блин. Чёртовы. The system sentries will do everything they can to stop your indexers from returning to the access. А, это мы так извлекаем воспоминания, офигеть. Слушайте, это прикольно. Это, знаете, эта игрушка как это. Как называется? Так, вы меня, Дима, предмет взят. Я посмотреть пока не могу. Так, у нас, короче, 5 уровней, 5 воспоминаний. Теперь мы все понимаем, ребят. Теперь я кочерышкой своей даже. Идентификационный номер файла 0xvvvvv. Так. Еще бы субтитры были. Так, а где сама эта штучка-то? Найти тайный медицинский комплекс. Видите, он что-то там говорил про тайный медицинский комплекс. Так, вон лазер, я вижу. Он вообще здесь. Ага, ага. Понял. Видите, тут как-то все так интересно стало. Блин, это уже не Fallout, я даже не знаю, как это назвать. Так. Че, не могу поставить? Могу. Нет, не туда. Просто боюсь упасть! Блядь. Боюсь упасть, вот именно. Так, все. Чуть нет. Так. Отлично. Кубик я, наверное... Ну ладно, не буду забирать этот куб, чё уж. Тут нужна как раз вот повернутая эта штучка. Где ее взять? Вот проблема. У нас маленькая. Так. Где эта штука? Почему тут только одна? Погодите, а если я так сделаю? И так сработает. И так сработает! Зачем ты это-то направляешь? Гений! Я просто гений! Пиздец. Все. Ну что, букашечки довольны? Блин, тут придется нам. Да, построить одну фигулину. Загигулину. На третьем уровне она. Так.
Готово. Так, секундочку. Сначала мы поставим эти штучки. Не атакуют вроде как. Так, ну вот. Уже получше. Ну чё, букашечка, чё ты ждёшь? Так. Так. Куда? Куда вы идёте-то, пупасики? Вот я вам дорожку-то протопту. Протопчу. Так. Ага. Так, и еще последний блок. Так, ну все. Давайте, пасики, берите. Ну же, не стесняйтесь. Их что, 4 было всего? По-моему, больше было. Ща начнется пальба. Наверное. О! О! Data breach detected. Initiating anti-intrusion countermeasures. Так, нормальненько. Sentry initiating erasure of intrusive indexer. First data block recovered. Good. Just keep doing what you're doing. Типа делать то, что должен делать. Intrusive indexer detected. Так. В смысле? Одной не хватило? А, их 4 было. Вон, пятый. Давай, маленькая. Требуется черный лед. Черный лед. Все? Memory retrieval at 100%. Verifying. Looks good. Угу. You can now use the data stream as an access. Так, второй уровень мы прошли, ребят. Отлично. Сейчас, секунду, у меня просто закладывает нос, прошу прощения. Converted to audio transcription. Beginning playback. I'm offloading this memory. I cannot bear lying to Confessor Martin and his children of Adam any longer. Better to just forget. I found it. Я нашел ключ, с помощью которого можно... Ну, блин, субтитры сейчас показывают, а. Узнать, где находится ключ запуска ракет. Ого. Ракеты тут есть? Охренеть. Вот Дима-то, а. Вот он, грязный червь какой. Так, мы с вами ищем вообще фигулину эту. Загогулину. Так, одну я вижу там. Ну, точнее. Так, 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 так. Мне интересно, туда только проникнуть. Нет. Мне так еще спрашивают. Прервать? Да нет, не хочу я прерывать ее. Да.
Так. А, сюда надо установить. А почему лазер не работает? Ну. Так. Так. Красное все. Ладно, это мы пока что вот сюда вот. Он светит непонятно куда. Ага, нам надо посветить вот сюда вот. Так. Хорошо, мы открыли еще один блок. Теперь нам надо здесь куда-то еще посветить. Вот сюда вот. Так. Нет, еще на один блок. Как это получилось? О. Блин, нос чешется. В смысле? Не понял я прикола. Вроде... Во. Капец, как сложно. Так, лазер теперь появился. Причем появился, видите, где? А, вон где. Так, у нас просто до хера этих блоков здесь. Да... Да отвяжись ты, офигеть! Привязался ко мне этот блок. Ну, смотрите, не хочет отлипать и все. Так, ну там как минимум... Ну, сейчас посмотрим, сколько надо блоков. Пока открываем, так сказать, уровень. Ага, еще один блок. И надо этих маленьких грязных червей как-то сюда будет надыбать. Блин, ну ладно. Нет. Еще каверзный вопросик. Здесь вот поставим. Здесь поставим. Пока там уничтожают. Так, все, мы открыли еще вот эту, так сказать, недоступную зону. Ну-ну-ну. Так. Отлично. Теперь грязные черви будут довольны. Ну-ка, не... Руки из жопы! Так, грязные маленькие черви ждут. Пойдете вот так вот. Intrusive program detected. Ну, так вот. Ну, это уже какое-то издевательство, блин, надо мной. Так, еще один блок. С каждым разом все, так сказать, сложнее. Так, все, перебрались, да? Надо еще поставить одну. Давайте вот сюда вот. Раз, так. Раз. Два, три, четыре,
5 блоков, охренеть. Охренеть. Таскай сюда, туда. Капец. Ну, оборзей. Раз. Или 4 блока. Вроде 4 должно быть. Beginning attrition of intrusive program. Так. Придумали тут всякое. Так. Все. Intrusive program detected. Давайте смотреть. Раз. Да конечно! Ни хрена. Ну так они не могут, вот знаете, раз и другой блок. Почему именно прямо? Кады, а? Я не знаю, может лазер, кстати, вот этот убрать, как бы вы скажете, ой, Зелёв, наконец-то до тебя дошло, но, ну не знаю, мне кажется, что-нибудь... Да вы, ублюдки, офигели, что ли? Какие гады, сами же нашли, без блока. Такие шарики падают. Так, ну давайте, бегите. Так, тут нет никакой засады хоть. Засады, рассады. Так, все, 20% есть. Слушайте, вообще, вот это увлекательные уровни. Я просто офигеваю, если честно. Всего вот этого. Молодцы. 40. 80. А вот и 100. Нос. Нос. Все. Complete memory retrieved. The data stream is now available to access the next memory. Memory file identification. 0H-3X0P. Converted to audio transcription. Да, вот бы субтитры были бы, вот. Как I've made a contingency plan in case Far Harbor discovers the truth or gives in to their xenophobia despite all my efforts. Ого! I've isolated the wind turbine power in Far Harbor's fog condensers. A kill switch command will leave them defenseless from the fog and its creatures. Что будем делать? Так, как мне тут? А как я, интересно? Откуда идет лазер вообще? Блин. Ладно, понял, понял. Так, 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 как же нам? Ладно, дырку-то мы закроем. Да, господи, ну тут, конечно, не очень приятно так управлять, скажу честно. Так, все, закрыли мы дырку, отлично. Просто великолепно. Так, нам как-то надо... Ага, вот как нам надо. Положи, опять он сейчас как банный лист пристанет. Тихо. Раз. Два. Опа. Так, отличненько. Еще теперь у нас есть блок. Так, сюда.
Ой, букашечки ждут, ждут папуасики маленькие. Да, так, как тут лучше? Угу, на один блок все-таки поставить придется. Так. Так. Ага. Так. Отличненько. Что дальше мы имеем? Так. Ага, блин, тут уже посложнее будет. Так, как нам ее вниз направлять, теперь интересно. Так, погодите, мои маленькие свистульки. А, интересненько, интересненько, как нам тут сделать. Так, больше я не вижу никаких тут. Так, лестничка. Ну, тут только одна вот эта штука. И блоков здесь никаких нет! Отлично. Ладно. Нет, погодите, что-то есть. А, нет, ничего нет. Ладно. Так, убираем, убираемся. А, стоп, тут я понял весь прикол. Так, вот, вот так вот. Ага. Как вниз она идет, интересно. Ну-ка, мне даже интересно посмотреть. А, тут такой фигни нет. Одна зверушка что-то застряла тут. Ты что не идешь-то? Ну-ка, иди быстрее. Так. Лазер достигает, наверное, той точки. Поэтому берем эту штучку. Да, отлично. Так. Раз. Ну, а все-таки, видите, такие затруднения есть. Есть пасеки. Так, два блока, наверное, надо взять. Или один. Нет, два все. Даже один можно было. Ладно, ладно, возьму прямо. Ну да почему он криво-то становится? Так интересно вообще. Так. Отлично. Так, блок и второй блок. Что хоть лучше не смертельный или не радиационный, как это принято, блин. Да ты чё тут стоишь-то, букашечка? Мне очень будет приятно, если она из-за единства. Погодите, я же могу вращать их, да? Да ладно! Так, и все. Ну-ка, что получилось-то? Так, букашки, допустим, они. Где букашки-то вообще?
Так, они... Как они перебрались? Интересно мне знать. Я не знаю, как они перебрались, но окей. Они даже без этого решили перебраться. Так интересно. Так, сейчас мы ставим пушечки везде. Поставить где-нибудь, ну вот здесь. Так, все, теперь надо еще взять эти блоки. Это самое неприятное, то, что надо ходить туда-сюда, вот единственное. Эти у нас там, сколько надо блоков-то, блин, опять я не посчитал, ну блока два, наверное. Так. Ну все. Молодцы. Sentry has detected active intrusive program. Сейчас они возьмут 100%-ника. Ну, конечно. Мочите их. Собаки потрепали мне тут моих малышей. Ну-ка, мочи! Чёртов шарик, а. Всё, короче, они убежали. Так, 60, 80, сейчас 100 должно быть. Лукашечка. Вот гады, они уничтожили её. Не понял, их раз, два, три, четыре, пять. Да, одну, видимо, убили, она появилась. Блин. Ну давай, иди уже. Перебирают лапками, а? Своими. Блин, как тут много их, а? Странных шариков. Так. Давайте, берите. Ну все, как бы. Сейчас все зависит от этой малявки. Ну! Иди! Стоит она, блин. А эти типа ждут. Она так долго идет! Да вы издеваетесь! За ней проследить. Ладно. Дойдет, сама, надеюсь. Храниться-то нельзя. Я почему-то подумал, на SK можно, F5 нельзя, на SK можно.
Ну чё там? Так долго, а? Наконец. You can use the data stream to access the next memory. Давайте, next memory. Так. Memory file identification. 0Z-7A4K. Converted to all. Так, вижу вот эти всякие блоки. Там блок. Get away from me. What the hell are you? It's me. We escaped the institute. Это Ник? You're my brother. I don't have a brother. У меня нет брата. Ник Валентайн. То есть, видите, Ника пытали или били, я не знаю. Он убил брата? Что? Он убил Ника? Ну, точнее, полуразрушил его. Так, ну, блядь. Что мне тут сказать? Ну-ка, я могу тут... Да, могу блок-то это поставить. Так, если я поставлю... Лазер проходит. Ладно, так, лазер проходит. Куда же лазер-то направлен? Ё-моё, и там блоки можно брать. Не нравится мне это, конечно, все. Так. Ага, вот так тут... Ага, ага, ага. Так, закрыто что-то, да, тут. Почему-то. Так, и вот тут вот есть вот эта вот щелка. Не знаю. Да я... Так, ну-ка. Угу. А этот блок неубираемый. Так, интересно, интересно, интересно. Потому что нам, скорее всего, даже не на этот блок надо, а еще на два. Раз, два. Вот как. Нет, не на два, на три. Держать, стоять, блин. Не знаю. Так. Хорошо, мы открыли новую, так сказать, фигню. Куда дальше? Мы можем здесь уже направлять. Так, понятно. Не допрыгну. Еще нужно. Ну-ка. Конечно. Так, ну это последняя симуляция, так что, ребят, все норм. Все нормуль.
Все. Так, до сюда-то мы добрались. Теперь надо... А, во. Все есть. Отлично. Стройматериал здесь есть. Да, блядь, ну... Ставься. А. Так, даже... Погодите. Раз. Ага. Так, есть. Теперь мы разблокировали вот этот блок. Я за ним как должен идти-то? Притом, смотрите, прикол. Я должен там его направить. Вон туда вот. Охренеть. Я сейчас просто в шоке. Так. Она может хватить. Или не хватит. Не, не хватит. Говорю, да как, каким образом тут хватит? Если только знаете как. Вот так вот ставит через раз. Может еще и хватит. Но по-моему это опасно. Вот что я вам скажу. Блять, естественно, это опасно. Давайте отсюда скоммуниздим блок. Их там блока нет. Так. Да, последний уровень тяжелый. Я могу на этот кубик? Могу. Умею. Ну ничего, зато мы, ребят, потихонечку таскаем, перетаскиваем эти блоки со спавна. Скорее всего, они, кстати, нам понадобятся, а я как мудил их в другое место там. Только один блок. Так. Эти у нас тут как-то вообще нелегко, нелегко все. Сейчас со спавна поди-ка еще надо. Давай-ка блоки там таскай, тут. Так, ну тут только два блока. Че это такое за дела-то, а? Ну-ка, там внутри нету? Да есть как раз. Так, вот здесь блок будет. Здесь блок будет. Как у нас все тут реально сложно. Так, вот тут блоки еще. Четыре блока. Так, раз. Интересно, как я тут там попаду, туда. Два. Что за Майнкрафт начинается?
Так, отлично. Что у нас здесь? Здесь надо поднять на раз, два, на три блока. Охренеть, на три блока мне надо поднять штучку. Ну, там я могу перейти, в принципе. Да, наверное, так и сделаю, спокойно. Разобрал на части забор. Забор. Так. Блин. Так. Придется так мне делать. Ну-ка. Так, все, это готово. Отлично. Забираем с собой этот блок. Блять. Ну ничего. Ничего, ребята, не расстраиваемся. Все нормальненько. Как бы идет все по плану. Все крысиная симуляция это. Так. Блок еще один. Крысиный. Так, тут перепрыгнем. Все. Конечно, мы 200 раз, 300 даже перепрыгнем. Как они специально так сделали, а? Чтоб типа не надо тут прыгать. Так, скрысить как-нибудь бы их, а? Пасиков. Ну сейчас-то. Все равно. Ах ты ж, сука, кто это придумал? Сука, сука, сука ты. Так. Так вот уже. Чтоб все зашибись было. Все, лазер проходит, да? Ну. Нет, лазер не проходит. Ну. И. Теперь нам это дало вот что. Блядь, охренеть. Вот это симуляцию они придумали. Так. Теперь нам туда надо как-то проникнуть. Блин, здесь что ли строить начинать? Придется. Так. Тогда будем воровать отсюда блоки. В принципе, они тут уже и не нужны нам. Так. Прошел. Уже не пройду так. Так, блоки, 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 блоки. Скоммунистить. Чем больше, тем лучше. Еще блок может. Да, еще один есть. Непонятно, есть еще или нет. Нет. Че, два только можешь перепрыгнуть. Один только можешь. Все, давайте строить сейчас. Блин, вот знаете, большое бы расстояние было бы, чтобы он брал.
Сюда мы точно уж не пойдем. Ты куда-нибудь пристройся уж. Взять бы вот этот огромный куб, который летает, и прислонить, блин, его. Все зашибись было. Так. Угу, конечно. Конюшня. Не, ну это точно какой-то Майнкрафт, блин. Строим блоки вот такие. Ходим. Так, как бы мне попасть-то, а? Происходит, надо как-то лазер этот еще. Так, ну в принципе построить лесенку-то мы сможем, вроде как, да? Сейчас. Так-так-так, ну тут, конечно, лучше не брать так блоки. Вот отсюда. Да, лучше давайте так сделаем. Чё, реально только... А, не, на два блока нормально. Тихо. Да, это не Майнкрафт вам. Видите, как устроено тут. Нельзя так сделать. Ой, ладно. Так. Блин, ну что это за херь была? Секундочку. А, типа блок мешает этот. Нам по-любому вот так вот надо как-нибудь. Так. Там, по сути, вход есть, конечно, но все, мы уже... Все, наконец-то мы попали, год спустя. Но нам надо взять эту штучку, походу. Твою мать, да ладно. Так. Плюс у нас там еще штука это есть.
Так. Да, еще попади, блин, обратно, а. Залел. Мудель ты. Пуфельный. Конечно, попади, так легко. Теперь-то стало нам. Два раза, блин. Так, если туда проложить путь. Не, тоже не покатит. Чем же спрыгнул ты, а, мудель? Ставить только если так блоки. Так, да, можно под собой, в принципе. Ага. Нашел. Так, 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 так. Если мы ее направим, то есть этот луч, он должен быть чуть ниже. Ага. Вот на... Сколько получается? Да, все нормально, все сработает, отлично. Все должно сработать. Это, ребят, просто офигеть. Сложное. Все-таки всякие вот эти загадки-то, блин. Загадки. Загадками хуячут. Главное, все дело в кубиках крысиных. Надо бы оттуда парочку взять. Кстати, что мы и сделаем. Капец, ребят, это просто офигеть. Сколько тут все-таки всего. Вот именно на этой локации. Ну, тут перепрыгнем. Так. Ну, о. Ну? Чё за фигня-то? Блин, не там лазер, что ли? Он вообще не работает. А почему он вдруг не стал не работать? Ничего не понял я. Прикол. Типа из-за этого, что ли? Так он не хочет ставиться. Засранится. А почему? Он же всегда проходил через эту хрень. Прикинь, теперь не проходит. Как интересно придумано. Ой, секунду. Так, сука, в чем проблема? Я не могу понять. Значит так, этот ебучий блок почему-то закрывает, да? Блять, мне бы, знаете, вот... Как же... Блять, а по-другому я никак не могу сделать. Почему именно через эти блоки, блять, не проходит? Вот какого хера ты... Сука, какой же я тупой-то, а? Потому что блок к блоку-то можно подсоединить. Да? Нет, нельзя? Нельзя теперь?
Что можно? Можно блок засунуть. Что? Все? Наконец-то. Только проблема в том, что я, блядь, не туда нахуй делаю, да? Или нет? Сука, вообще не туда, вообще не туда, вот туда надо. Ладно. Все нормально, ребят. С кем не случается? Ну, точнее, ни с кем не случается, только со мной. Все, нашли мы. Геморрой. Еще один куб, да, мы сраный получили. Великолепно. Так. Что мы с ним будем делать? Сейчас подумаем. Так, тут лучше, конечно, пониже бы сделать как-нибудь. Понимаете? Что я хочу сделать? Так, если пониже пустить, плюс тут, это что там, вот так вот, да? Там, в принципе, тоже такая ступеньки есть, да, вот есть ступенечки. Так. Но тут слишком низко, я бы сказал, слишком. Не-не-не-не-не, это не то. Слишком низко. Так, и главное мне настроить, потому что второй раз я сюда уже не попаду. И в этом заключается прикол. Не очень, кстати, смешной-то. Так, поэтому надо сразу додумать все и так далее. Так, тут у нас получается вот так вот. Но как я лазер опущу? Никак. Мне надо на 3. Хуй подотри. Вот тут вот, чтобы было. Букашки-то, блин, букашки, еще какашки. Ладно, с ними мы разберемся чуть позже. Чуть ниже-то как я сделаю? Ну-ка там. Ну, блин, ну как-то это все стрёмно. Черт. Так, ладно. Нам надо чуть пониже просто сделать. Например, вот на этом, да? Так. А если мы чуть ниже? Так. Здесь. Ну, тоже подумать надо. Так, 3. Чтобы там вот именно доставало. Тоже интересно. Угу. Видите, уже папуасы просто офигеваю с этой фигней. Вот. Вот. Нам надо, чтобы она вот там была. Чтобы она там была. Вот именно здесь вот, да. Нам надо построить здесь мостик. То есть нам надо как-то забрать эти блоки. В принципе, я вот что муделю-то. Смотрите, что мы можем сделать. Я не знаю, почему я вообще так. Мы просто же можем. Почему мы их не можем разобрать, я не понимаю. А? Вот вы скажите мне, почему я не могу их разобрать? Я бы разобрал их и к себе бы. Ну-ка. Ах ты, крыса вонючая. Понятно, блядь. Понятно все. Продолжаем прервать. Нет. Вот так вот, оказывается, все делается, да? Вот, блин. Так. Не, пониже-то нельзя. Видимо, нет. Так, вот теперь начинаем разбирать все это говно. Не знаю, хватит, не хватит нам этих блоков-то, блин. Блин, я уже этот хотел забрать. Угу, все отлично.
Так, сколько, интересно, у нас их там? Так. Отлично. Отлично, отлично, отличненько. Теперь что у нас здесь? Тут можно сползти. Теперь уже. Так. 19 блоков у нас есть. Так, давайте строить. Так, теперь... Серьезно? Да почему она не проходит? Что за хуйня? Ну ладно. Я, конечно, не понимаю этого прикола. Ну ладно. Так. Зачем мне эта вообще дорожка сейчас? Кстати, нужна. Так. Видите, какой я папуас полный. Так, и что мы имеем? Так, вот что мы имеем. Папуасики. Так. Прошу. Так. Ну-ка. Ага, еще выше надо было. Так. Ой. Блин, зачем же я трону? Ну ладно, ничего. Ничего, ничего, ничего. Так, вроде все, да? Ну-ка. Да, отлично, теперь проходит. Так, надеюсь, я не зря разбираю это все. Очень хорошо. Так, теперь мы вот что имеем. Отлично. Ага, только вот проблема-то у нас, знаете, какая? Ого. Тихо-тихо, не напрягайся. Тут еще взорвется что-нибудь. Походу, мы зря сделали, потому что, смотрите... Это точно не 3. Нам надо чуть пониже делать. Чё ж я тогда решил-то так высоко делать? Чё-то я не понял. Чё-то я, сука, не понял? Так. Вот тут вот просто сделать и всё. Блин, тихо. Так, Игорек, спокойно. Че это ты фуфелишь-то, а? Сейчас упал бы и все. Как мы бы сюда вернулись, да? Так, ну-ка. Че, он меня, что ли, проходит? Во. Так. Теперь надо проверить. Теперь надо мне проверить папуасики. Так, отлично, отлично, ребят, все идет как по маслу. Наконец-то. Они как через жопу.
Как всегда. Есть. Так. Опа. Перепрыгнули. Лазер вот здесь. Блин, это не очень хорошо, что он здесь. Ну ладно. Как бы не так уж плохо. Так. Так, все. Сделано. Единственная проблема. А куда они должны идти-то? Вот вы мне скажите. Они куда-то туда хотят идти. Так. Ребята. Сохранить. Так. Нет, ну это да. Intrusive program detected. Так, как бы у них цель... Блин, они падают. Вы что, издеваетесь? Так, они нашли цель. А куда они побегут, мне интересно? Я... А, так слушайте, так все легко. Блин, что я туплю? Что я туплю? Вот он, портал-то. Блин, какой же я мудель. Security alert. Data breach detected. Countermeasures initiated. Все! Прошу, ребят! Можете мне поаплодировать, потому что мы сделали это. Мы, сука, сделали это! Ну что там, идете? Simulation at any time. Memory file identification 0Y-8K7D. Converted to audio transcription. Beginning playback. I've discovered a curious record inside the pre-war data files of this submarine base. The Marines here were equipped with an advanced model of combat armor. There are several suits already in the base, in various states of deterioration. But there were more shipments of the armor on its way to the base the day the bombs fell. They could be in prime condition if the sealants have held. I have no use for them, but you never know. Maybe they'll be worth digging up one day. Additional data appended. Armor shipments tracking information. Coordinates downloaded. Exiting simulation in 3... Найти контейнер с боевой броней морской пехоты. Ого. Офигеть. Котик. Маленький мой. Офигеть, ребят. Мы много чего, короче, узнали. Но я думаю, у нас записи-то остались. Чтобы мы еще раз их прослушали и уже с субтитрами. Потому что так же я ничего не понял вообще. Так. Да, все, мы наконец-то. Привет, что ты от нас скрываешь? Так, погодите. Теперь у нас вроде должно быть... Да! Давайте первое воспоминание, ребят. Давайте слушать.
Отношения с Фар-Харбором ухудшаются. В лицо моим людям плюют, и их допрашивают, на них нападают. Ситуация выходит из-под контроля, но еще есть надежда на то, что они станут нам доверять. Нам нужно просто, чтобы один из них встал на нашу сторону. Никто не должен узнать о том, что я собираюсь делать. Оборудование нужно установить подальше от Акадии. И там же я спрячу улики. Прикинем данные в координатах. Медицинская лаборатория в подвале фабрики лимонада Вим. Координаты загружены. Так, отлично. Воспоминание 2. Конвертирован в аудиозапись. Начинаю воспроизведение. Я выгружаю это воспоминание. Больше не могу лгать исповеднику Мартину и его детям Атома. Лучше просто забыть. Я нашел его. Ключ, с помощью которого можно запустить ядерную ракету, хранящую на подлодке. Исповедник Мартин считает, что это подарит его людям великое вделение. Смерть от взрыва атомной бомбы. Он не понимает, насколько буквально этот принцип будет осуществлен. Нельзя допустить, чтобы он нашел и использовал этот ключ. Его люди первыми приняли меня таким, какой я есть. Мне больно думать о том, что они погибнут. Прикольные данные в координатах безопасности. Комната Гранд Отеля, код 485130. Так, следующее. Идентификационный номер файла 0000, конвертирован в аудиозапись. Я составил план действий на тот случай, если жители Фар-Харбора узнают правду или, несмотря на все мои усилия, станут ксенофобами. Я нашел турбины, которые питают конденсаторы тумана в Фар-Харборе. Программа, выключающая ее, позволит туману и всем днем проникнуть в город. Опа. Но теперь, когда все готово, смогу ли я сделать? Это же будет просто бойня. Я удалю какую-то программу из моих воспоминаний. Ее копию на физическом носителе я спрячу на тот случай понадобится. Но я не могу хранить ее рядом с собой. От нее меня тошнит. Прикинули файл с координатами, координатная программа включения служебного здания ветроэлектростанции. Так, следующее. Как я знаю, тут будет ник. Не подходи ко мне! Кто ты, черт побери? Это я. Мы вместе бежали из института. Ты мой брат. У меня нет братьев. Меня зовут Ник Валентайн. У меня нет родственников с пластиковой кожей. Ты просто запутался. Давай я тебе помогу. Суть борьбы. Не подходи! Я не хочу причинять тебе вред. Прощай, брат. Охренеть, мне это не нравится. Мне это вообще не нравится. Конец воспроизведения, ну. В довоенных файлах, хранящих на базе подводных лодок, я нашел кое-что интересное. У местных морских пехотинцев были современные модели боевой брони, несколько ее комплектов в различном состоянии хранятся на базе. Но в тот день, когда на нас упали бомбы, на базу везли еще несколько комплектов брони. Если упаковки сохранили герметичность, броня должна быть в идеальном состоянии. Мне они не нужны, но вдруг кому-то рано или поздно пригодятся. Так, все, отлично, ребят. В следующей серии мы с вами пойдем, я не знаю на что, еще выберу, в общем, на что мы пойдем. Скорее всего, за броней сразу же, потом еще может что-нибудь. Но на этом пока что все, с вами был Залеу, Ник, до скорой встречи, дорогие друзья, бай.